Բարև բոլորին, ես Անահիտն եմ։ Այսօր փորձելու ենք ֆուդ-հակներ TikTok-ից։ Դե ինչ, գնացինք։ Приготовим с вами десертик, для которого не нужна ни духовка, ни микроволновка. Всего лишь 5 минут времени и наши ручки. Берем шоколадное печенье и вот так скалочкой его измельчаем. Теперь смешиваем сметанку, добавляем сахарную пудру по вашему вкусу. Все смешали и выкладываем слоями печенье, сметанка, можно ягодки. Я добавляла вишню. Оставляем на 30 минут в холодильник. Приятного аппетита! Мы нашли очень необычный рецепт, с которым мы сейчас вас и познакомим. Для этого нам необходимо взять ранее сказанные ингредиенты в одинаковых пропорциях, только вместо молока мы будем использовать воду. Насыпем их в большую миску и с помощью миксера начнем их взбивать. Это займет некоторое время, но в итоге мы получим вот такую пенку. Остается взять слегка теплое молоко и переместить туда нашу заготовку. Не знаю, мы использовали все те же ингредиенты, но кофе, приготовленный таким образом, получился гораздо вкуснее. Եթե այն լայք դրեք, բաժանորդագրվեք իմ անիքին, որպեսզի բաց չթողնեք նոր վիդեոները։ Տեսություն։